Сосуды головного мозга. Головной мозг кровоснабжается двумя парными магистральными артериями. Это внутренние сонные артерии и позвоночными артериями. Две трети крови поступает из внутренних сонных артерий, одна треть из позвоночных. Внутренние сонные артерии образуют каротидную систему, позвоночные – вертебробазилярную. На основании головного мозга в подпаутинном пространстве расположен артериальный Велизиев круг. В его образовании участвуют правая и левая задние мозговые артерии, замыкающие артериальный круг сзади. Переднюю часть круга замыкают передняя соединительная артерия, расположенная между правой и левой передними мозговыми артериями. Задние мозговые артерии с внутренней сонной с каждой стороны соединяет задняя соединительная артерия. Основная масса головного мозга кровоснабжается из трех парных мозговых артерий. Передний, средний и задний. Передняя мозговая артерия кровоснабжает медиальную поверхность лобной, теменной и немного затылочную долю. Средняя мозговая артерия снабжает кровью большую часть лобной, теменной и височной доли. Обе артерии являются концевыми ветвями внутренней сонной артерии. Задняя мозговая артерия разветвляется на поверхностях височной и затылочной долей. Позвоночные артерии сливаются на поверхности моста в основную базилярную артерию. Венозный отток происходит по венозным синусам твердой мозговой оболочки. Это верхний сагитальный синус, нижний сагитальный синус, прямой синус, поперечный, затылочный, сигмовидный, пещеристый, клиновидно-теменной синус, верхний и нижний мозговые синусы.